Dumneavoastră, declarația dumneavoastră, într-un fel, a șocat opinia publică din Republica Moldova. Unii au considerat că ați exagerat în momentul când ați declarat că guvernanții sau că o parte din guvernanții care au și cetățenia statului român luptă pentru interesele statului român. Da. Я как новый лидер сельской партии езжу по республике, встречаюсь с людьми, знакомлюсь, их проблемы, и мне также задают вопросы. Основная масса вопросов связана с тем, люди хотят понять, почему новые власти, правящий альянс, не решают их злободневные проблемы. По вопросам общественного мнения мы знаем, что людей сегодня больше всего беспокоят рабочие места, волнует вопрос роста цен, тарифов, невозможность платить по обязательствам своим. И мы вместе с людьми обсуждали, пытались понять, в чем причины, почему правящий альянс, правительство, парламент больше заняты политическими аспектами, внешнеполитическими аспектами нашей страны, а не злободневными проблемами. И пришли к выводу о том, что правящий альянс больше занят сегодня вопросами интеграции в Евросоюз и еще больше занят реализацией национальных интересов нашего соседнего государства Румыния. Я для себя вместе с аналитиками, политологами нашел ответ на эти вопросы. Дело в том, что в Молдавии случилось то, что невероятно могло случиться в Евросоюзе или в странах СНГ. Молдавия имеет территорию, имеет свой народ, народ имеет все органы власти, а во главе этих органов власти находятся граждане соседнего государства, румынского государства. Те люди, которые, принимая паспорт, румынский паспорт, заграничный паспорт, вынуждены были давать клятву служения интересам Румынии. Мы помним период, когда депутаты пришли в парламент, и чтобы получить депутатский мандат, должны были, согласно Конституции, закону о гражданстве, подать заявление об отказе от второго гражданства. Они это сделали. Сделали эти заявления об отказе от румынского гражданства. В последующем получили мандаты и уже использовали мандаты депутатов для того, чтобы изменить закон о гражданстве, который разрешает занимать высшие посты в государстве, президента, председателя парламента, министров и оставаться депутатами, будучи гражданами Румынии и давшими клятву служить интересам Румынии. Именно поэтому и парламент, и правительство уже не настаивает на подписании договора о государственной границе с Румынией, не настаивает на подписании договора о дружбе и сотрудничестве, потому что это все больше и больше придает Молдавии статуса независимого государства. Коли они этого не делают, значит, они сегодня действуют в интересах румынского государства, которое, преследуя свои интересы по расширению границ, территорий, не хотят подписывать эти базовые договора. И, соответственно, все остальные действия, как то снятие колючей проволоки, как то подписание на прошлой неделе договора о сотрудничестве между внутренними войсками Румынии и внутренними войсками Молдавии, это все дает нам основания все больше и больше полагать, что правящий альянс ведет страну к объединению с Румынией. И это входит в противоречие с нашей Конституцией и с желанием наших граждан, по крайней мере, большинства наших граждан. Sunteți de acord cu acest lucru, domnule Bujor? Cu cele spuse de domnul... Bine, eu voi vorbi atât în calitate de membru al guvernului, cât și în calitate de ministru al educației și cetățean al Republicii Moldova. Și poate și în calitate dumneavoastră de... Nu de țin pașaportul... Nu, de... Știu... De membru al Alianței pentru Vă asigur că ar fi onorat în condițiile în care aș deține pașaportul.